Спринговый страйкбольный пистолет Браунинг от производителя из Китая компании Galaxy. В комплекте был сам пистолет, магазин на 15 шаров, инструкция и небольшое количество шаров. Пистолет выпускается в двух расцветках – черный и песочный. Данный пистолет пружинного типа, то есть для его работы не требуется ни газ, ни аккумулятор, но перед каждым выстрелом необходимо вручную взводить затвор. Материалы изготовления – затвор алюминиевый сплав, рамка алюминиевый сплав, накладки на рукоятку пластиковые, магазин металлический. Прицельные приспособления, целик и мушка. Органы управления, спусковой крючок и кнопка отмыкания магазина. Сброс затворной задержки, предохранители и курок выполнены в виде имитации, то есть нефункциональны. Хоп-апа у данного пистолета нет. Для того, чтобы произвести выстрел, необходимо зарядить магазин шарами, примкнуть магазин, взвести затвор и можно стрелять.